Приветствую вас. Первое, что хотел бы сказать, это то, что психологи не дают советов. Поэтому за советами вы можете обратиться к своим родным, друзьям и так далее. Психологи не дают советов, это первое. Второй важный момент заключается в том, что вам необходимо увидеть, что между вами и мужчиной есть определенные проблемы. И эти проблемы не решатся сами по себе. Поэтому важно понять, какие проблемы есть с вашей страны и сделать что-то, чтобы с вашей стороны не было. Вот. И тогда у вас появится реальный шанс на отношения с мужчиной. Ибо вы же с ним почему-то расстались, что он начал взаимодействовать с другой девушкой, да, другой женщиной. Вы же с ним почему-то расстались, и в то же время у вас есть к нему какие-то чувства, раз вы долго его ждали. Это первое. Это в такой момент. Не первое. Следующее. А вы, я так понял, не женаты. Но, соответственно, обязательств вас друг перед другом нет. И мужчина, он может вполне спокойно вас использовать. Поэтому тут тоже нужно позаботиться о том, чтобы не делать чего-то против своей воли. Да? Дальше. У вас появился мужчина. То есть, ну, вот у вас молодой человек появился тоже. Соответственно, это вызывает вопрос. Потому что, ну, если появился молодой человек, то, ну, наверное, же это не просто так, да, то у вас есть к нему какие-то чувства, блага. Но тоже нужно как-то вот соотнести с тем, что вы хотите быть со своим мужчиной по-прежнему. Следующий момент, на который вам нужно обратить внимание, это то, что между вами общего. Между вами и вашим вот мужчиной, который сожительствует сейчас с другой женщиной. Что вас объединяет, что вас связывает. Это очень тоже важный момент. Вот, потому что если связывать вас мало, или если ваша связь достаточно узкая, вот, то ну, не будет ничего хорошего в том, что вы, например, сойдетесь, ну, я имею в виду, с человеком. Вот, это тоже, конечно, проблематика, ну, такая вот, достаточно серьезная. Вот, в принципе, то, что можно вам порекомендовать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.